M1 Global presents. И мы находимся в Ингушетии, где сегодня прошел турнир М1 Челлендж 73. И с нами чемпион М1 Челлендж в среднем весе Рамазан Имеев. Рамазан, поздравляю с победой. Спасибо, спасибо. Три раунда, бой нетитульный. Как ощущения после боя физически? Я рад, что трехраундовый бой был, потому что у меня раньше пятираундовые были. Чуть-чуть, на самом деле, хотел чуть легкости. Ну, конечно, только это не легкость. Был очень трудный бой. Первый раунд, можно сказать, я проиграл. Ну, может, концовку я забрал, но все равно первый раунд мне что-то не удался, чуть-чуть не изучил соперника, можно сказать, первый раунд. Ну, альхамдуля, собрался уже, нормально все получилось. Расскажи, вот эта вот подготовка к бою и что Анатолий опасный соперник, скажи, давлело как-то на тобой, был груз, ну, ответственность? На самом деле, у меня, вот если три соперника самых таких опасных, это только, можно сказать, он ходит на третье место даже для меня, потому что был впереди Миранда, Василевский. Ну, конечно, ответственность была большая, потому что этот соперник очень хорошего уровня, у него был такой хороший послужной список. Ну, готовился на него, изучал его все хорошие стороны, плохие, хорошие. Нормально. Расскажи, как первый раунд больше был разведкой, во втором уже почувствовал, что где-то появляется открытый? Я на самом деле думал, что только будет нападать сам, а все получилось наоборот. У него, видимо, была программа у него заложена так, чтобы он отходил и бил. Для меня чуть-чуть это как-то с его стороны чуть-чуть неудобно было. Ну, потом пришел в себя, уже понял, что как. Ну, альхамдулилля, нормально пошел. И в третьем раунде почувствовал ли ты, что соперник уже выдохся? И как в этот момент? Думал закончить бой раньше, вот был момент? Вот в конце второго раунда я почувствовал, что он задыхается. Ну, нормально, главное выиграл. Я не думал его уронить, я хотел просто выиграть и все. Но хотел досрочно закончить, ну, любой, я думаю, захотелось. Любой захотел бы повысить бакон, что и домой пойти. Ну, я рад, что нормально, все нормально. Расскажи, кто помогал в подготовке, кого бы хотел поблагодарить? Свои тренера, потом Армур, Дагфайтер, разные тренеры. Ходил, изучал его хорошие, плохие стороны. Как бы. Всем спасибо, кто-то меня, как бы, меня поддерживал, переживал, кто тренировался со мной. Спасибо большое.